Магілёўская область пропонует послуги по створению на своей территории логистичного центра для китайской продукции и организации для этого шерага совместных предприятий. Про сотрудничество с усходно-азиатской страной и шла размова у Магілёўским облаканкаме. Старшиня Владимир Доманевский принял делегацию из китайской провинции Дзянсу. Подробности у Татьяны Сергейчик. Магілёўская область у добрых партнерских отношениях с провинциями Китайской Народной Республики. Задача – наполнить стосунки новой деятельностью. Китайские бизнесмены с провинции Дзяньсу, а она, до речи, побач с Шанхаем, шукают, куда укласти инвестиции. Магілёўская область затекалена опытом Китая по перепроцовце сельскохозяйственной продукции и створении совместных предприятий, поставках у среднеазиатскую краину молочной продукции, а так само льна. И мы могли бы здесь посмотреть совместное производство по выращиванию льна и его переработки и поставки в китайскую народную республику. Определенные наработки по поставкам льна в китайскую народную республику в Магілёўской области есть и производители в Магілёўской области. Но мы хотели бы это взаимодействие расширить. На раце Днепра плануется будовництво двух гидроэлектростанций. Магілёўшина готова супрацовничать у сферы энергетики с китайскими коллегами, прогучала на сустрэчы. Есть ожидание створить совместное предприятие по вырабе фурнитуры для мебли. Покуль дрэваапрацоўчае предприятие яе импортуют. И увогуле Магілёўская область может стать сердцем логистики помеж европейским и евразийским союзами. Мы готовы кооперировать с ними именно для увеличение их экспортного потенциала. То есть, опять-таки, с точки зрения логистики, брать Могилевскую область для совместного продукта на третьи страны. И действительно, там очень серьезный потенциал находится, я думаю, в наших взаимоотношениях между Белорусской государственной сельхозакадемией и Нанкинской сельхозакадемией. Мы тоже почувствовали, что с нашим провинцией и Магілёўской областью много отраслей можно сотрудничать и развивать отношения, не только в экономике. Традиционный обмен подарунками и гостям с Китая пропоновано познакомиться с предприятиями СЭС Магілёў. Татьяна Сергейчик, Миколай Соболев, Новин регион.